Кира. А? Тока-бока! Ух ты! Как здесь прикольно! Сестренка, ну ты только посмотри! Сколько здесь всяких животных! О да, сестричка, здесь просто супер! Как хорошо, что в нашем городе построили специальный парк для животных. Иди, песик, побегай. Ой, а щёки он на меня лает. Уберите, пожалуйста, своего песика, я боюсь. Да не бойся ты, он не укусит. Наверняка он добрый. О, песик, пожалуйста, не мешай другим отдыхать в парке. Извините, пожалуйста. Да все хорошо. О, сестричка, да ты видела? Они нашего песика обижают. А вот и нет, никто его не обижает. Просто наш песик сильно их напугал. Он же впервые пришел в парк. Ну, конечно! Они хотели его обидеть. Он бы им плохого ничего не сделал. Да ладно тебе, пойдем дальше. Пошли тогда. Ух ты, посмотри, сестричка, какой хороший песик. Девчонки, пожалуйста, не трогайте мою собачку. Каждый норовит ее погладить. Достали уже. О, да вы только посмотрите, какие мы буки. Да я тебе устрою, бессовестный. Мы вообще-то добрые девочки. О, сестричка, сестричка, пожалуйста, не надо кричать. А мне-то какая разница? Я попросил мою собачку не трогать. Чего непонятного-то? Идем подальше от них. Надоели уже все. О, какой кошмар, какой агрессивный хозяин питомца. Ужас просто. Не бойся, мой хорошенький, никто тебя точно не обидит. Ой, блин, если бы была такая возможность, я бы ему как дала в пятак, чтобы знал свое место. Аж бесит! Ой, сестренка, не надо злиться, ну его, пошли дальше. Давай никаких питомцев не будем трогать. Ну хорошо. Ой, девочки, девочки, какой же у вас красивый песик. Ага. Вы что еще, и жабу выгуливаете? А, дожили! О, да вы как такое позволяете себе? Это мой питомец! Где хочу, там и выгуливаю его! Ну, вообще-то я не хотела вас обидеть. Пошли отсюда, мой хороший, подальше. Да блин, что за люди-то такие? Посидим давай с тобой, лягушонок. Ладно, ты пока сиди, а я пойду Каринку найду. Куда она пропала? Ой, какие котики! Ой, какие хорошенькие! Ах, котиков я тоже обожаю. Давайте я вас всех поглажу. А? Каринка, ты чего здесь сидишь? Я плюсти хотели бы немножечко вот на вот этом лебедушке поплавать. Ты хотела бы поплавать в этой реке на этом лебеде? Я, пожалуйста. Пожалуйста, можно? А? Карина, что с тобой? Мне что-то нехорошо стало. Можно я водички попью, пожалуйста? О, вот теперь мне хорошо. Привет, мулика. А, Карина, не надо так делать. Это же не наше все. Не бери больше. О, ну зачем мне стало хорошо? О, ну это хорошо, что тебе стало хорошо, но больше так не делай. Блядь, я больше так не буду, здесь все равно никого нет. Так придут и наругают потом нас. Давай посмотрим, что там в озере есть. Давай посмотрим. А, здесь еще и рыбки плавают, посмотри, какая красота. Ух ты! Наверное, песик вот эти хотел бы липку скусать. А? Ну, может быть, и хотел бы, но нельзя эту рыбку ловить. А почему нельзя? Почему нельзя?
Ну, потому что и нельзя. Здесь место не для рыбалки. Ты хочешь поплавать? Оля, хочу поплавать, на лебедочке поплавать. Ну, хорошо. Так, иди пока погуляй, песик. Песик, а ну-ка будь дружелюбным по отношению к другим животным. Ну-ка, не надо лаять, не шуми. Ой, да что это такое, они разлаялись. Давай возьмем вот этого лебедя. Иди сюда и плюх. Ну, теперь можешь поплавать немножко. О, он чуть не плевает. Ну, нельзя далеко от берега-то отплывать. Потом как, я тебя назад верну? Оля, все, я чуть-чуть. Осторожно. Ух ты, рыбка! О да, рыбка что надо. Ух ты, какой ты красавец! Каринка, ты только посмотри! Ух ты, кинь его мне, пожалуйста! А? Да ты что такое говоришь? Нельзя кидаться животными! Он же может утонуть в водичке. О, нютюк-тюни-нютю. Карина, далеко не уплывай. Оля, все, я здесь совсем лёдя. Ну что ты разлаялся? Это просто совёнок. Ты посмотри, кто у нас еще здесь есть. Это грызун. Да что вы расслабились-то? Иди, сиди там. Пойдем. Карина, я сейчас приду. Не трогай чужое. Сестренка, ты как здесь? О, да нормально, вот сидим. Ну где там Каринка-то? Она плавает на лебеде в озере. О, да ты что, тетушка нам потом таких тумаков надает. А если она уплывет или потонет? Да не переживай ты, она же на лебеде плавает. Сейчас ее все-таки назад верну. Давай скорей! Карина, плыви сюда, а то сестричка переживает, что ты можешь уплыть. Да нет, никуда я не уплыву, я здесь плаваю, почти на месте. Давай скорее сюда плыви. Не, а не будь уплыть. Карина, а ну-ка скорее сюда ко мне плыви. Нет, не будь уплавать, я буду здесь. Так, если ты сейчас же не вернешься, то больше с нами в парк не пойдешь. И вообще, больше мы с тобой сидеть никогда не будем. О! Ну почему иди? Ну я хочу поплевать чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ой, коляблик. Карина, даю тебе одну минуту, чтобы ты приплыла ко мне. О, ну хорошо. Сейчас вот чуть поплеваю и приплеву. Все, давай ручку. Оп. Ой, вот так-то лучше, молодец. Пошли. Нас там сестренка ждет и песик ждет. О, ну наконец-то ты ее привела! Каринка, никуда больше не убегай! Ух ты, какой сетек! Ну-ка, стой! Не нужно жучков трогать! Ну я сейчас немножечко! Ой, какой он холёсик! Ой, опасай, сетьков! Да уж! Очень даже странные предпочтения. Ха, жучков она обожает. О, сестричка, ну у тебя тоже вон лягушка. О, да это совсем другое, это нормально. Вообще, пойду посижу-ка я здесь. Ой, как хорошо-то. Каринка, а ну-ка убери этого жука. О, ну-ка лечу. А вы купите мне малюсенькое.
А? Ну, тетушка сказала, чтобы тебе мороженое не покупали, потому что у тебя потом горлышко будет болеть. Эй, мороженое не хочу! Я хочу мороженое! Мороженое не хочу! А? Успокойся, успокойся, Каринка, хорошо. Купим, но при одном условии. Каков? Что ты тетушке своей маме не расскажешь? О, ну холящу я не люськосю. Ладно, пойдем тогда. Сестренка. О, что такое-то? Мороженку давай купим. И Каринке, и нам. Так тетушка, вообще-то... А, пофиг, давай, покупай. Сейчас денежку сниму. Вот. Можно нам, пожалуйста, мороженое? Вот деньги. Каринка, это тебе. Сестричка, это тебе. О! Что это такое-то? Жаба эта съела мое мороженое! О, сестричка, успокойся. Да как здесь успокоишься? Я-то без мороженого осталась. Не переживай, я сейчас еще куплю. Вот, возьмите. Вот, возьмите. Так, сестричка, пожалуйста. О, ну так-то лучше! Так, и себе я куплю мороженку. Так. Вкусняшка. Ну все, Карина, покушали, пойдем дальше. Я хочу побегать, побегать хочу. Ну хорошо, побегай, я пока здесь постою. Песик, песик, прекращай бегать за котиками. Нельзя. А ну-ка, хватит. Ты что это разбегался за котиком? Они так весело бегают. А? Карина, успокойся. Тут ничего веселого нету. Котик может пострадать. О, а из чего он пострадает? Потому что песики не любят котиков, а котики не любят песиков. И они вообще враждуют между собой. Собачка сильнее, чем котик. Она может навредить ему. Так, фу-фу-фу, иди сюда, прекращай. А ты, котик, брысь. Ой, кошмар. Давай лучше в палочку поиграем. Так, готов? Раз, два, ой! Раз, два, три. Ой, тебе совсем, к сожалению, палочки не интересны. Ну ладно, пойдем сюда. Карин, ты идешь? Я здесь с сиськами похосю. Ой, со своими жучками. Ладно. Смотри, кто тут у нас сидит? Ой, зайчики! Смотри, они прячутся в норках. Ой, ну что опять такое? Не надо. Не надо бежать животных. Идем. Так, стой. Это ежик без головы и ножек. Пожалуйста, не трогай его. А это козлик. Ух ты, смотри, лисичка. Ой, что она творит-то? Ну-ка иди. О,
Ай-яй-яй, вот это ты даешь, песик. Как будто целую неделю терпел, чтобы покекать в парке. Так, ладно. Фу! Фу! Ой-ой-ой! Фу, бе! Фу! Фу-фу-фу! Так. Фу, как хорошо! Вот что ты даешь! Ай-яй-яй! Здесь еще кто-то не убрал. Ну все, теперь ты облегчился, можешь бегать. Мальчик, а ну-ка убирайте после своей собачки вот эти кокульки. Ужас какой-то, беспредел. Ой. Ну, иди сюда, дружок. Иди сюда. Пойдем. Карина, ты здесь как? Нормально, я сетка мыгляю. Ужас какой-то. Ой, сестричка, ну ты как здесь? О, да нормально я. Вот, сидим с лягушонком. О, а ты не хочешь его к водичке отнести? Ну, даже и не знаю. Пусть здесь лучше побегает, под моим контролем. Эй, лягусечка, бежим сюда. Бежим, бежим. Бежим водички, дядя бы. О, это что такое? Ты куда моего лягушечку бросила? Лягушечка водичку любит. Вот так вот. О, а я-то как теперь без лягушечки? Иди сюда, моя маленькая. Лягушечка! О, и что мне делать-то теперь? Все, прощай, лягушечка. Вот это маленькая злыдня взяла мою лягушечку, в воду выбросила. Ну, на самом деле, сестричка, не расстраивайся. Лягушечка обожает водоемы. Пусть она здесь живет, а мы будем приходить и ее навещать. О, а я что теперь, без питомца, что ли, буду? Сестренка, ну что ты говоришь, посмотри, какой у нас с тобой дружочек есть. Да блин, я привыкла к своей жабе-то. Какой дружочек? Будешь? А, сестричка, не нужно его грибами всякими кормить. Он такое не ест. Ну ладно, блин. Ах, как жалко, ну это Каринка. Вот я ей задам. А, сестричка, не надо ее обижать. Она маленькая и глупенькая. Карина, идем, скоро пойдем домой. Ну ладно, так и быть, прощаю тебя. Пусть моя жабочка живет в водичке. Буду действительно приходить и навещать ее. Вот повод будет поднять свою попку и выйти прогуляться. Thank you.